только дяди всем, я забыл. А сколько тебе уже годиков, тебя научили? Это сколько ты показываешь? 4. 4. Ну так ты уже большой. Ты уже стишок. Значит, ты не хочешь конфетку, да? Хочу. Ну, если ты хочешь конфетку, то расскажи свой любимый стишок. Или танцевать, может, вас учили. Ой, какой красивый. А кто научил? Воспитательница. Ой, это хорошая воспитательница. Надо ей конфетку дать шоколадную тогда, да? Да. Ну, дай ей конфетку шоколадную тогда. Да. Но она не отсядет. Да. А ты ей дашь конфетку? Да я бы дал, только я стишок не расслышал. Я не понял, о чем стишок. Я слышал, очень красивый. Очень интересная рифма. А можешь мне поближе сказать и погромче, только так, чтобы я слышал? Можно. Ну, давай. Поем мне яйца менять, поем мне шутку поменять. Ты очень шутку мне найдешь, найду потом. Ой, какая, это про зайчика, да? А я сразу и не понял, ну что за шубка? Это зайчика шубка. Ну хорошо, ну тогда не знаю, тебе конфетку или воспитательница? Ты такой красивый стишок. Кому лучше? Мне. Тебе? Ну давай тогда уж. А тебе чаёк есть? Чаёк? Да. Да я не знаю. А как ты будешь? Сладость без чайка. Я сейчас поставлю чайник. А еще какой стишок ты вспомнил? Там еще сладости есть. Еще много. Да, а ну расскажи. Я не слышу, да. У поезда до райоте наша осень меньше бьет. Ой, как красиво. Дай это подай. Ну я понял, да. Так у вас хорошие самые стишки научили вас. Хороший воспитатель у вас. Меня только два научили. Ты, наверное, их конфетками кормишь, воспитатель. Они, наверное, тоже любят сладости. Еще стишок знаешь? Давай, конечно, давай. Не знаю. Не знаешь? Почему? Ну, потому что воспитательница меня только два стишка учила. Два. Пусть тебе еще научить. Будет 3 стишка. А? Будет 3 стишка у тебя, если тебе еще научит один стишок. Ремешок, ты стишок не знаешь? Давай ты меня научишь. Ну, я надо придумать, я его еще не знаю. Я маленький мальчик, я в школу не хожу. Я ремешок не видел, но я его люблю. Хорошенький стишок.